Мэр Уфы Мавлиев, похоже, начинает медленно, но верно понимать, что нефтекамская братва, которую он превратил в уфимских городских чиновников, не подходит для управления миллионным городом. На прошедшей неделе Мавлиев внезапно уволил своего нефтекамского приемыша Дамира Галиуллина, который в ранге заместителя мэра Уфы курировал вопросы взаимодействия с предпринимательством. Судя по всему, это взаимодействие превратилось в традиционные нефтекамские схематозы, а с Ратмиром Рафиловичем, как говорится, не посоветовались и не поделились. Впрочем, предполагать можно и что-то иное, но, тем не менее, я считаю, что на самом деле делами замов Мавлиева должны заниматься правоохранительные органы, и увольнение здесь, на мой взгляд, минимальное наказание, которое должны они понести.